Gidiyorum. Olmuş mu olmuş? Omuz kessem iyi telefonu. Live'a? Ha. Burada live'ın payı 3. Hı. Kaç değil mi senin bu kadar? Kaç milyonluydu live'ı? 2 kilo. Şey, dokumentasyon sahte 2 kilo mı? Köy mü olmuş? Yok. İma etira. Yıkım kahvaltıları hadi yok ne? Araç hanım dedi Rus akan kahvaltı olarak az mı yansıyor ki hiç pes tesmi etmek istemiyorum artık bu kadar bu men bana aktedi Rus kahvaltı. Ne kadar dolu var? Стикачи кого на нас кино? Стикачи чего? Тох спасе, бюджасон. Калона тох спасе. Пецун ханым тох калона гадири гидде берес, хан обыгын капа. Kuş canım. Kulay küçük ben çıkar. İntihar da bir al. Oktağa. Ha oktağa da bu. Çok mutlu. Çok mutlu. Многие остались. Здравия желаю. То, что у нас есть предъявы и к российскому руководству, и к азербайджанцам. В чем дело? Дело в том, что в заявлении от 9 ноября двухсторонним есть четкая позиция российской стороны, которая обязуется обеспечить безопасный проход через Лачинский коридор. Тут, я все знаю, с соглашением знаком. Смотрите, давайте конкретно. Еще что-то конкретно, конкретно. Сейчас перейдем к другому. Экологи, так называемые, которые перекрыли дорогу, они говорят о экологической проблеме и так далее. Нас очень волнуют наши экологические вопросы, и поэтому я, как гражданин, потребовал от руководства этих рудников все документы, и тут по годам я могу вам представить, все документы есть об экологической ситуации. А азербайджанская сторона ни одного документа не поставила. Она просто говорит, что возможно. Давайте так. Мы просто требуем от российского руководства, от Волкова. Я вас прошу, я не знаю, силой или я не знаю как, вы должны обеспечить безопасную дорогу. Мы вас просим, как граждане Нагорно-Карабахской республики.